Всем большой привет! Сегодня готовим большую вкусную ватрушку. Готовится просто легко, с простых доступных продуктов, и получится абсолютно у всех. Получается настолько вкусно, с чаем, с кофе. Приготовьте, вы не пожалеете. Вначале приготовим начинку. Я беру 400 грамм мягкого творога. Добавляю сюда 2 яйца. Ванильный сахар, пару ложек обычного сахара, или тростниковый, или самый обычный белый. Сахар берите для начинки по вкусу. Добавляю пару столовых ложек манки, такие без горки. И все хорошо перемешиваем. Даю начинке постоять, чтобы растаял сахар и набухла манка. А мы пока займемся основным тестом. Тесто делается очень быстро, поэтому поставьте разогреваться духовку. Отправляю в чашу для взбивания 3 яйца. Щепотку соли. И 200 грамм сахара. У меня сахар тростниковый, можно взять самый обычный. Все это хорошо взбиваю миксером. Добавляю 150 миллилитров молока. Все также хорошо перемешиваем. Пару столовых ложек сока лимона. Все перемешиваем. Добавляю 50 миллилитров растительного масла. В 200 грамм муки добавляю пачку разрыхлителя, это 10 грамм. Все хорошо перемешиваю и высыпаю вот сюда в тесто. И теперь хорошо перемешиваю все вместе. Тесто готово, все буквально смешивается и делается минут 10. Духовка уже нагрелась, далее беру жаропрочную форму. Вот так немного, можно сливочным, можно растительным маслом, смазываем дно и бока. Присыпаем дно и бока мукой или манкой. Я присыплю манкой. Отправляю сюда вниз тесто основу. И уже вот сюда в серединку выкладываем начинку из творога. Не доходя примерно 2 сантиметра до краев. Как бы старайтесь распределить так, чтобы начинка легла равномерно. Так ровненько распределяю. И отправляю в разогретую духовку 180 градусов минут 35-40. Далее смотрим по духовке, протыкаем наш пирог, чтобы он полностью пропекся. Если верхушечка начнет подгорать раньше времени, то прикрываем пергаментной бумагой. Все, отправляю в духовку. Пирог готов, получился вот он такой большой, воздушный, он очень хорошо поднялся. Вот эта часть получилась такая, прям как суфле. Я ему дам сейчас остыть, потом присыплю все сахарной пудрой. Можно полить глазурью, можно полить растопленным шоколадом. Это уже все на ваше усмотрение. В принципе, он и без этого очень вкусный. Я сейчас дам ему остыть, присыплю сахарной пудрой, конечно же, разрежу и вам обязательно покажу. Я пирог перевернула, уже вынула, присыпала сахарной пудрой. Посмотрите, какой толстенький он получается. И отрезаем. Кусочек. И вот такой красивый он получается в середине, как такая огромная ватрушка. Вот такой красивый пирог. Еще горячий. Кому понравится пирог, обязательно пробуйте, готовьте. Делается просто легко, просто вот за 5-10 минут все смешал,
в духовку поставил, и духовка вам испекла такую вкусную ватрушку. Кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте простые доступные рецепты. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!